Абдулла, совсем недавно, в июне, на чемпионате России в Каспийске, тебе удалось забраться на высшую ступень пьедестала. И это стало таким первым серьезным трофеем во твоей взрослой карьере. Но вот сегодня, в преддверии чемпионата мира, за месяц до старта, на который ты должен поехать, тебе удалось победить крепкого турнирного бойца, участника чемпионата мира Юсупа Батырмурзаева. Считаешь ли это хорошей подготовкой к главному старту года? В первую очередь, всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Хочу сказать, что благодарен тренерам за такую возможность, дали мне проявить себя. Да, я считаю, Юсуп хороший спортсмен. Это была такая маленькая проверка для меня. Я доволен более-менее. Ну и там был эпизод в самом конце поединка, который, мне кажется, стал ключевым. Согласен с тем, что окажись все по-другому немного и сумей выйти на бросок твой соперник, то тебе бы пришлось нелегко. Как тебе удалось выстоять в том эпизоде? Да, честно сказать, в конце получился такой опасный момент. Ну, не знаю, как суждено, так и получилось, да. Чего могу сказать? Выстоял, смог, значит. Если будешь бороться на чемпионате мира, чего ждать болельщикам от твоей борьбы? Ты готов? Я думаю, что я готов. Вот с тренерами еще подойдем, я думаю, иншалла. Ну, надо по-любому добавить физики, вес чуть-чуть набрать. Я думаю, что нормально, я готов, в принципе. Абдулла Курбанов, поддержите, пожалуйста, победителя супертяжелой весовой категории сегодняшнего супертурнира. Спасибо большое.